Им не мешает ни проливной дождь, ни ветер. Чуть больше 100 легкоатлетов из 22 регионов страны приехали в Сочи, чтобы побороться за рекордные показатели по 4 видам дисциплин – толкание ядра, метание копья, диска и клаба. Такие состязания проводятся в 3 категориях – спортсмены с ДЦП, колясочники, ампутанты и прочие. Среди спортсменов немало заслуженных российских атлетов – победителей Паралимпийских игр в Лондоне. Для начала сезона, я думаю, что будет любой результат удовлетворительным. Ну, хотелось бы получше, чем месяц назад я показывал в Арабских Эмиратах на международном старте. Вот, за 28 метров. Побить свой рекорд Алексею не удалось, зато их смогли установить другие атлеты. Так, по итогам соревнований было установлено 25 рекордов России. 12 из них взяты в плохих погодных условиях. И это несмотря на то, что по метаниям это был только первый старт в сезоне. Сборная сейчас находится на подъеме. Я так не побоюсь этого слова, как и весь российский спорт, как и весь паралимпийский спорт. Вот последняя Олимпиада как раз в Сочи, паралимпийская, нам показала, паралимпиада, насколько мы сильнее планеты всей, и нам отставать не придется. Спортсмены, показавшие наилучшие результаты, будут рассматриваться в качестве кандидатов на чемпионат Европы. Он пройдет в августе в Великобритании. Кроме того, 15 атлетов уже претендуют на участие в бразильских паралимпийских играх. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.